Друзья, всем привет! Я надеюсь, что меня нормально слышно, потому что хочу передать вам это ощущение реки. Горная река – это всегда очень круто. Кроме того, у меня есть пару объявлений. Первое объявление – это то, что в начале августа, 4 числа, будут соревнования по фристайлу. Где они будут, когда они будут, в какое время? Ну, в субботу, 4 числа августа, будут соревнования по фристайлу. Первые в своем роде, таких еще не было, но были где-то там на западе, что-то похожее. Если вам это интересно, следите за обновлениями в нашей группе. Гоночный квадрокоптер в группе Spinner Production, я думаю, тоже будет. Кроме того, в связи с этим, я хочу приехать в Москву, хочу посмотреть, может быть, поучаствовать. Если у вас есть желание, точно так же подтягивайтесь в Москву. 4-6 примерно числа я буду в Москве, можно будет встретиться, пообщаться, может быть, сходить куда-нибудь поужинать, я не знаю. Ну, в общем, в таком формате. Обязательно пишите в комментариях, придете вы или нет, ну, хотя бы как зритель, зрители тоже нужны. В целом, эта поездка мне обходится достаточно дорого. Если у вас есть желание и возможность, место, чтобы переночевать, я бы не отказался от такой возможности, чтобы немножко сэкономить денег. Если у вас есть какие-то предложения, пишите мне в личку. Ну и последнее, что я хотел бы объявить, это небольшой конкурс для моего канала. Давно не было конкурсов. И я что-то подумал, а почему бы не сделать конкурс? Поэтому мы с Платоном с канала Сокол FPV хотели бы объявить небольшой конкурс, в котором очень просто поучаствовать на самом деле. Вам нужно будет подписаться на наши оба канала, поделиться этим видео и оставить комментарий под этим видео. В принципе, все. Мы рады, вам приятно, нам приятно. Призов будет на 3 победителя, то есть будет 3 призовых места. Первое – это крутая колонка, вот такая вот. Второе – это какой-то из элементов мини-коптера и электроники. Регуляторы, может быть, камера, может быть, полетный контроллер, либо рама. Ну, что-то такое, то есть на ваш выбор. Ну а третий приз для такой, ну, более-менее утешительный, 3 комплекта пробов ГПРЦ 50 на 40. Легендарные пробы, по крайней мере, для новичков самое оно. Ах да, если у вас остались все-таки какие-то вопросы, если вам что-то было непонятно, обязательно оставлю все в описании под этим роликом, открывайте, смотрите. На этом все, всем хорошего дня, пока.